Да, вы хотите, что я вам показал поезда, название каких они появились, поезда? Ну, слушайте. Первый – это грузовой поезд. Он вышел 1976 года, 21 мая. Вот когда его заберили такое в США. Да-да, о, еще были профессия. Ну, все грузовые поезда он велся, а нормально. Вот, такой профессии грузового поезда. Да-да, он такой был мощный, вез там цистерны там. Ну и все. А вот это, который Мексика поезд, открылся 1942 года, 24 апреля. Это вообще-то междугородный поезд, еще деревни ездился. Ну, такой моделька. Тут много вагонов. Он всех пассажиров, которые есть. Много пассажиров там вместилось. Да-да, вот такой у нас поезд. У нас Мексика. А вот это Канада поезд. Открылся где-то 2000... Вот, то есть 1996 года открыли двухэтажного поезда. Да-да, вообще профессия такого... Не ждала такого. Да, поезд вообще, двухэтажный поезд был такой за счет. А вот этот, который... Это США, поезд США. Вот это США открылся 2006 года. Да-да. Пока его профессия не было. Вот это, который все локомотивы двухэтажного поезда и маленький поезд. Да-да. Вот этот профессия... Этот ехал. Ну, а теперь давайте. Вот это ехал на 170 км в час. Это на 206 км в час. А на вот это 196 км в час. А на вот этот 230 км в час. Теперь поехали к следующему поезду. Это у нас экспресс. Это у нас экспресс, да-да, это Бразилия поезд экспресс, вот. Экспресс открыли 2001 года, 19 февраля, да, и 8 вагончиков. Он ехал, смотрите, он ехал километров 560 км в час. Который он за 8 секунд доехал, которая США. Бразилия, США, он так доехал 8 секунд. Это экспресс, вообще, это может 8 вагонов, людей, миллионы жителей 200. Поехали к следующему. Вот. Это, которое... Конечно же. Снегоуборочный поезд. Он открылся в 1990 первый год. Да-да, он всю снег очищал. Да, он едет километров в час, 900 километров в час. Да, он такой быстрый. Ну, снег все очищал. Ну, теперь поехали к следующему. Вот это у нас турбовоз. Он открылся 1993 года. Конечно же, 1993 года, которое 16 апреля. Вот, то есть 15 апреля. Ой, еще недолго говорил. Он открылся 13 марта. Вот этот открылся 13 января. Вот этот поезд. Это турборвоз вел пассажиров и там всякое грузовые поезда. Да, грузовые. Но еще та много. Он едет на 101 км в час. Поехали к следующему поезду. Да-да, они там находятся. Ну там. Я вам еще покажу. Там еще будет интересное, да-да. Так, тут вторая деревня. Вот этот поезд. Это Мексика поезд. Которые его открыли в 2006 году. Да-да. То есть
2007 году, 8 апреля, да. Это двухэтажный поезд, да-да. Вот тут, тут два вагончика, вот тут вагон-ресторан, да. Это поезд вообще-то был на 200 км в час. А вот эта электричка, Бразилия, вот открыли 2003 года, 22 июня. Его, конечно, интересовалась Бразилия, эта электричка. Ну, как бы он ехал 60 км в час. А вот этот двухэтажный поезд красный, его как бы открыли 2019 года. 11 февраля. Он ехал 160 км в час. Ну, как в профессии года много были. Ладно, поехали к этому. Этот поезд открылся. Тут три вагончика. Его открыли с 2010 года. Эх, 9 марта. Да-да, его, конечно, он ехал 130 км в час. Но мы все проверили поезда. Как что, хочу вам сказать, что... Что? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а с меня Транспорт Секурда. Всем пока!